Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1484. Валерий заболел. На рисунке 137 показано изменение температуры больного. Нужно ответить на вопросы. Пункт А. Сколько дней у Валерия была повышенная температура? И повышенная температура считается, если температура больше, чем 36,6 градуса. Давайте найдем на оси Y, потому что по Y у нас температура отмечалась 36,6, и соответственно найдем соответствующую точку на графике, и все, что будет лежать выше этой точки, будет повышенная температура. Ну а дальше посмотрим, сколько дней была такая повышенная температура у Валерия. 36,6 градусов. У нас, соответственно, вот здесь проводим перпендикуляр к оси Y до пересечения с графиком. Нашли точку на графике. И теперь из этой точки опускаем перпендикуляр к оси X. И тогда видно после всех построений, что температура нормализовалась у Валерия после 8 дней болезни, то есть на 10-й день. Первые полных 8 дней он болел, в 9-й день он выздоровел, поэтому повышенная температура была 8 дней. Здесь, конечно, хочется написать 9 дней, потому что на девяточке у нас, да, получилась точка, но видим, что у нас график начинается не с нуля, а с единички. Поэтому не 9 дней ответ, а всего лишь 8 дней. Дальше пункт Б. В какой день после начала болезни температура была самой высокой? И ищем самую высокую точку на графике. Вот она, эта точка. И теперь опускаем перпендикуляр к оси X. И видно, что на третий день температура была самой высокой. Вот у нас циферка 3 здесь. Получается, что у нас Валерий болел первый полный день, второй полный день, а вот на третий как раз-таки у него температура была самая высокая. Поэтому пишем на третий день. Пункт В. В какие дни болезни температура повышалась, а в какие дни болезни температура понижалась? Повышалась там, где мы по графику идем вверх, а понижалась там, где мы по графику идем вниз, соответственно. И вот до самой высокой точки она у нас повышалась, после она у нас шла только на уменьшение. И с первого по третий день у нас температура повышалась, а с третьего по девятый у нас температура понижалась. Пункт Г дальше. В какие дни болезни температура Валерия была ниже 37 градусов? Вот у нас 37. И проводим перпендикуляр к оси Y до пересечения с графиком. И все, что будет ниже получившейся точки на графике в те дни у нас была температура ниже 37 градусов. И видно, что на 7 и на 8 день температура была ниже 37 градусов. То есть от семерочки до 9 у нас график ниже, чем 37 градусов. Конечно, она ниже и в 9, и в 10 день больше будет, чем 37 градусов. Но у нас вопрос, какие дни болезни. А когда температура ниже, чем 36,6, это уже, то есть когда температура равняется 36,6, это уже не болезнь, это уже нормальное состояние. Поэтому в пункте Г у нас два ответа: на 7 и на 8 день. И последний пункт, пункт Д. В какой день температура Валерия была 36,6? И видно, что на 9 день
у нас уже отмечено это. Вот оно у нас 36,6, мы в пункте А еще искали. Вот оно у нас точечка, и она соответствует у нас 9 дню. Ну и выполнили мы задание 1484. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.